Если бы кёрлинг был чуточку проще, то назывался бы хоккеем. Так гласит канадская народная мудрость. 12 мальчиков и девочек от 10 до 14 лет не боятся сложностей и борются за победу в чемпионате округа. Среди смешанных команд – участники первых международных зимних спортивных игр «Дети Приморья». На важном событии Уссурийск представят Роман Шевченко, Марк Филатов, Диана Тумазова и Анастасия Птицына. Сложно было определиться с детьми, кто будет участвовать в этих соревнованиях, потому что детей достаточно много, особенно девочек. У нас 40 человек девочек, все способные, все могли участвовать, но выбрали только двух самых подготовленных, тех детей, которые могут взаимодействовать друг с другом. Диана Тумазова и Анастасия Птицына тренируются в секции с самого открытия. Девочки уже побывали на дальневосточных и всероссийских соревнованиях. Марк Филатов занимает позицию главного игрока – скипа в сборной Уссурийска. У Романа Шевченко опыта поменьше, чем у сокомандников, но мальчик готов к работе в сильном составе. Я думаю, мы сможем, потому что у нас были тренировки и соревнования. Это подтверждает то, что мы готовы. Опыт у нас есть, мы играли в парах, и в этой команде мы играли. 12-го мы поедем в Чугуевку, тоже перед тренировкой. Сегодня мы тоже будем играть в парах. Мы довольно сыгранные. Взаимопонимание самое главное в команде и понимать игру, чувствовать камни. Как настрой? Хороший, боевой. По результатам чемпионата округа золото завоевала пара Владислава Маслова и Александры Шугаевой. Серебро у Романа Шевченко и Дианы Тумазовой. Бронза досталась Марку Филатову и Анастасии Птицыной. Первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» по дисциплине кёрлинг пройдут в Артеме с 20 по 23 февраля. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс.